Здарова всем, ребята, Кент пока на проводе, и прямо сейчас у меня будет дуэль против около разработчика. Это тот самый человек с прошлого видео, который согласился на дуэль против меня. Это, ребята, около разработчик. Короче, поехали. В первом раунде покупаю Дигл, это очень волнительная дуэль. Я даже так не волновался, когда дуэлился там против Вели, против Скилла, против Абовена. Реально. Но против разработчиков я капец как волнуюсь. Так, ништяк, первый раунд взял. Да ну, какие скины. MyStandoff.ru. Это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandoff.ru. Ну, скины вроде самые обычные, да? Ничего такого сверхъестественного я не вижу. Так, поехали дальше. Давайте я себе куплю дробовик в этом раунде. Постараюсь затащить этого человека. Блин, посмотрите на эту приставочку админ. Как же это круто, как же это классно. Ребята, если вам нравится подобный контент, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Это очень круто, то что человек с такого крутого клана откликнулся и согласился выйти на дуэль против меня. Блин, ребята, это нереально круто. Поехали дальше. Ой, попал. А ну-ка, кто кого? Не, ну тут все легко. Какой скин? Так, а ну это самый дешевый UMP. Ну, вроде бы ничего особенного пока что не вижу. Блин, пацаны, ну я до сих пор немножко волнуюсь, переживаю. Давайте я вам даже покажу ID, чтобы не думали, что я пошутил или придумал. Этот человек с клан админ, где есть разработчик. Ну, вы понимаете, да? Вы понимаете уровень? КД 1.03, а тут КД 1.39. Пока что я выигрываю, пока что все хорошо. Счет 2-0. Сейчас мы, ребята, проверим, кто же из нас более скилловый. Так, нормально, три раза попал, головка прошла. Ух ты, блин, так, это было неприятненько. Так, Тёмка, да? Как думаете, Тёмка или нет? Давайте, не, Тёмка не, значит, на ланге. Так, а ну-ка, выходи, давай. А ну, выходи сюда. Ох ты, блин, убили кентуху. Вот, ребята, вы можете сами сверить ID. Это не фейк, это все по-настоящему. Поехали дальше, пока что счет 2-1. Я, ребятки, выигрываю. И, скорее всего, я думаю, что я выигрываю в этой битве. Но кто его знает, вдруг я ошибаюсь. Да. Убил через стенку. Вот за такие моменты я люблю стендов. Да, и вот я уверен, что вот этот вот около разработчик будет смотреть это видео. Так вот, я обращаюсь именно к нему. Ты там передай в команду, чтобы таких прострелов не было, а то это как-то не очень красиво, что я через стены могу убивать людей. Пока что счет 3-1, и Кента ПК побеждает. Блин, ребята, как же это круто. Продолжаем дальше нашу мегабитву. Ох ты, блин, граната летит. Так, что за оружие? Блин, мне его прям немножко жаль, у него даже денег не хватает на нормальное оружие. Так, пацаны, ну чё, счет 4-1, и давайте я в этом раунде поиграю с Дигла, чтобы немножко, ну, немножко сравнять силы, потому что я думаю, это как-то несправедливо, то что у меня одно хорошее оружие, а у него одно плохое. Погнали, я буду играть с Дигла. Ух ты, блин, так, попали, так, скорее всего, у него UMP, я не уверен, но скорее всего UMP, и сейчас он только выйдет, я его убью! Нет, МП7. Блин, не фартануло, но, ребятки, ничего страшного. Это только начало великой битвы. Сейчас Кента пока покупает АВМ и покажет, кто же тут папочка. Да. Ну, вообще, Смарту В2 отдельный респект и большое спасибо, то, что он мне ответил и согласился поиграть против меня. За это ему большое спасибо и огромнейшее уважение от меня и от моих подписчиков. Так, пацаны, тут его нету. Нифига себе, вот это я понимаю, АВМ. Так, ну я вижу скин самый дешевый. Блин, можем голды немножко подогнать. Хотя это около разработчик, поэтому я думаю, вряд ли ему нужна голда. Ну или тестер, я не знаю. Продолжаем дальше нашу мега битву. Счет 5-2. Пока что Кента пока выигрывает. И надеюсь, я выиграю. Ух ты, блин, мимо. Не, ну это было глупо. Это, ребят, было очень-очень глупо. Так, мы проиграли еще один раунд, счет 5-3, я надеюсь, никакого камбэка не будет, потому что я себе покупаю эмочку. Если я покупаю эмочку или дробовик, можете сразу выходить, потому что, ребята, ну это уже без вариантов. Давайте сделаем такой небольшой эффект неожиданности, давайте я через Тёмку обойду. Ну а почему бы и нет? Давайте через Тёмку, так, никого нету, ништяк, все по красоте. И, так, слушайте, а где он? Ну, братанчик, ну ты меня ждал не с той стороны. Ну, мы же договорились Б и Тёмка. Я в чат написал, играем Б и Тёмка. Поэтому, ребят, не думайте, я не мухлюю. Б и Тёмка играем. Счет 6-3. Я думаю, хэштег по красоте вы должны написать комментарии.
Погнали дальше. Не, ребят, ну я их понимаю, почему они играют хуже, чем я. Потому что я, допустим, играю постоянно. А они в основном тестят игру, находят баги, ошибки и так далее. Поэтому я их могу понять в этом плане. Ух ты, блин, вот этот... Ай, блин, ничего не вижу, включите свет, зовите электрика. Так, так, свет включили, ништяк. Ух ты, блин, он бомбу выбросил. Ай-яй-яй, у него мало хп, лоб хп, лоб хп. Блин, да как так-то? Фига себе, ты жесткий. Я в шоке. Счет 6-4. И я чуть сильно расслабился. Ребятки, сильно расслабляться нельзя, потому что... Ну, потому что, возможно, будет камбэк. Все, давайте, играй на всю силу. Давайте, чтобы я выиграл 8-4. Поехали. Сразу кидаю флешечку. Такой подарок от Кента ПК за счет заведения. Опа-па. И давайте ждем. Ну, сейчас он выйдет. Сейчас он выйдет. Я вам отвечаю. Смотрите. Да ну нафиг. Не, ну, братанчик. Да, бэйби. 7-4 и еще один раунд взял Кента ПК. А он опять купил АКР. Ну блин, дружище, против Кента АКР это плохое оружие. Я бы советовал против себя брать АВМ. Вот если ты умеешь играть с АВМ, то лучше играть с АВМ. Тем более у тебя ник Smart V2. Ну типа АВМ V2, Smart V2, ну похоже, да? Ха-ха. Ребятки, если вы думаете, что это шутка, или это вброс, или я что-то придумал, посмотрите мои прошлые видео, и вы все поймете сами. Так, ну что же, продолжаем дальше нашу битву, и да, это последний килл, и Кента ПК завершает эту битву. Счет 8-4. Да, мы это сделали. Ну что же, давайте пожелаем удачи Смарту, потому что он согласился поиграть со мной. Мне очень приятно, и большое ему спасибо, он красавчик. Ну что же, ребятки, вот такое вот вышло видео. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну а с вами был ваш Кента ПК, всем удачи и всем пока.